Рождество. Брала и все, и привезла домой. И тут уже произошло первое знакомство. Кошка не агрессивно отреагировала на детеныша. Но сейчас, конечно, она уже подустала. Все-таки прошло 3 недели, она у меня старенькая. То есть он уже хулиганить начинает, там, щипает ее везде, покусывает. Ну, у нас, я думаю, будет она где-то месяц, можно сказать, ездить на кошке. А потом он будет слазить, потом переедет в вольерочку, и будем переводить постепенно на питание взрослых особей. Еще будешь смотреть. Вот где ты, обезьянка, где ты?